Только вперед, Динамо, город Курск! Игрок команды гостей Кортни Вандерслут. Небольшой комментарий. Your comment, please. That was an important win for us. You know, it's always difficult to come here and play on their home floor. It's a really good team. We knew that it was going to be a tough battle tonight. We're probably going to see them several more times through the season. So this is just step one. But, you know, we had people step up really big, try to limit their scores. But the end, you know, we had five people, I think, in double figures. And when we do that, we're a really tough basketball team. Ну, всегда тяжело приезжать сюда, хорошая команда, тяжело играть здесь на этой площадке, и, скорее всего, нам очень много матчей, опять, как всегда, предстоит друг против друга в этом году, и это сегодня была первая только встреча. Но мы сыграли хорошую игру, и у нас 5 человек сразу набрали двойные цифры в плане очков, то есть от 10 и более, и сыграли здорово, как команда. С хорошим настроем. Коллеги. Вопрос Кортни. Как вы умудрились проиграть или нет? Кортни, question personally to you. How did we manage to lose at Riga? Well, you know, this is basketball and things like that happen. They outplayed us on that particular night. But, you know, we learned from it, and that's what really good teams do. We learn from it and move on. Ну, на самом деле, это баскетбол, и в баскетболе такие вещи случаются. Рига в тот конкретный вечер переиграла нас, но мы извлекли уроки из того матча, а извлечение уроков из поражения – это то, что должны уметь делать хорошие команды. Вот мы это сделали, и сегодня это сказалось на нашем результате. Давайте послушаем Гелия Мендеша. Может быть, да, можем, да? Да. Корни, we can release him. Покажите, да? Спасибо. Thanks, Courtney. Комментарий. Good night. We're very happy, of course, first at all, because we beat a good team in a good atmosphere, a lot of fans and very healthy atmosphere. Добрый вечер. Мы очень довольны тем, что удалось сегодня победить серьезную команду при заполненном зале в очень такой хорошей, позитивной, здоровой атмосфере. Мы очень довольны этим. And we have the game, I think, for 40 minutes under control. We control the tempo of the game. And we use all of our players in different moments of the game. Very good balance between outside and inside players. Мы сегодня контролировали игру практически на протяжении всех 40 минут и задействовали необходимых игроков, всех необходимых игроков на том или ином отрезке матча и имели хороший баланс между игроками периметра и центровыми, то есть атаковали достаточно разнообразно. We are in an important moment of the season, and we have to put the focus on the next game on Wednesday against Bursa in EuroLeague. It's another important game for us, and we have to start to think in Bursa. И сейчас для нас наступил серьезный и важный момент в сезоне, и сейчас мы уже полностью мыслями настраиваемся на игру в среду в EuroLeague, когда мы принимаем Бурш. Потому что, ну, игра предстоит непростая. Вопрос. Вопрос, может, по всему Рябкову, как человеку, который знает все о трансферах в женском баскетболе. Брианна Стюарт в этом сезоне сыграет в Европе? Зависит от ее здоровья, скорее всего. А вот можете какую-то информацию, что она собирала своих ДНК? Ну, собираться, как говорится, обещать не значит жениться, поэтому жизнь покажет. Сейчас, я насколько понимаю, человек восстанавливается после разрыва ахилла. У нас, кстати, тоже, к сожалению, есть потеря, и именно связанная с ахиллом. Это Наталья Виеру. Вчера ей сделали операцию, в пятницу, наверное, позавчера, в клинике в Германии, и мы очень желаем Наташе скорейшего выздоровления, восстановления, возвращения в строй. Вот, но, к сожалению, сроки такие, что трудно.
ожидать, что это произойдет уже именно в этом сезоне. Что касается вашей команды, будет усиление в вашей команде или это конкретно как-то? Ну, посмотрим, как мы сможем обходиться без травм, что будет у нас в плане здоровья. У нас до сих пор ни одного матча в этом сезоне, ни одного матча, в принципе, с финала Евролиги в Шапроне между нашими командами не сыграла Альба Таренс. Вот. Мы в первую очередь ждем ее. Мы ждем Таню Петрушину, которая сейчас на финальной стадии восстановления после разрыва крестообразной связки. То есть начнем с этого, а там дальше уже будем смотреть по мере возвращения игроков в строй, что нам нужно еще. Вы уже сыграли часть матчей в Евролиге. У вас неплохой состав у ГМК. Сможете ли вы в этом сезоне выиграть Евролигу? You have a good roster. You had already several games in the Euroleague. Will you be able to win it again this season? We played for winning all the games. We can. We lost the last game in Riga in Euroleague. Everybody knows that it's not easy to win in EuroLeague, especially on the road. We play for our fans, for our city, and not only wants to win every game. We want to do it in playing our best basketball because we play every week for our fans and for our city. Мы каждую минуту каждого матча играем для наших болельщиков, для нашего города, и, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы выиграть, но вы видите, вы сами, на прошлой неделе мы в Евролиге проиграли в Риге, то есть в Евролиге может произойти все, что угодно, особенно, когда ты играешь на чужой площадке, поэтому мы будем стремиться, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго, до встречи через 3 недели. Да. Yeah, we lost the game, but my feeling is much better than after Girona, much better with the team. Now we play every game is a final for us. From now until Christmas, and they know we talk in the locker room, every game is a final. Next game, Wednesday with Sopron, is a final for us. So we want to get the goals of the season, play the final of the Russian League, we are on the way. Play the final cup, we got it. And play the final four, and I want to play final four with this team. I want to play, and I say then, if we are going to play final four, okay, if they are with me, Wednesday is a final for us. It's a must win. And this is what I think now for now. Ну, мои ощущения сегодня намного лучше, чем как после Жироны, что команда билась, и теперь для нас каждая игра как финал. И я говорила об этом в раздевалке, и вот мы преследуем также свои цели. Мы в кубке русского кубка в финале, мы следуем к финалу премьер-лиги, и также мы будем следовать к финалу 4 в Евролиге. Коллеги, пожалуйста. Можно ли говорить о том, что игра в финал Кубка России будет легче, потому что только русский состав? How do you think final Russian Cup will be more easier for you because just Russian players? I think in only Wednesday. Yeah, I have a final Wednesday. It's a must win. If we don't beat Sopron here, maybe we can lose the chance to play final four. So I think Wednesday is the game. And after Wednesday, we can talk about next game. But I think Wednesday is very important. And I want to call everybody. I have some people behind me today in the game. Criticize the coach and criticize the team. This is not the way. This is not the way. The way is now, right now, if you are here, is helping the team. Helping the coach. Helping the bench. I want people now supporting us. If you come here to criticize, it's better you stay at home. Ну, я не думаю. We need now positive people because we play finals. Now every game is one final for us. And every game if we beat Wednesday, we have to be happy. But we have other final next game because we want to do the goals. And I play 7 finals 4 with 5 different teams. And I won't play final 4 again with this team.
Я думаю только о следующей игре, которая в среду, и у меня за спиной, у команды за спиной очень много людей, которые критикуют. Для нас сейчас важно в такой сложный момент, чтобы поддержали нас, и если вы сюда приходите нас критиковать, лучше останьтесь дома. И вы должны также понимать, что для нас следующая игра – это мини, как бы мини-финал, и каждая игра для нас – это финал, и каждую игру мы будем биться, и нам нужно, чтобы вы нас поддержали. Это сейчас самое главное для команды. Я несколько раз играл в финал четырех, и с этой командой я тоже планирую играть в финале четырех. And if somebody coming here to criticize the team, okay, please criticize the coach. I'm here. Everybody, criticize the coach and less than the players playing. Help the players. If you want to say something, say the coach. I'm here for them. No problem for me. But less than the players playing, because they are going to try. They are in the locker room now. Very sad because we lost with Jeka and we tried to do, but they know Wednesday is deficit for us. It's win or win. Да or да. Если вы пришли сюда критиковать, критикуйте только меня, потому что я и здесь, команда находится в раздевалке, и не трогайте команду, они очень расстроены, да, мы проиграли, сейчас мы готовимся к следующей игре в среду, и победа – это победа, а проигрыш – это проигрыш. Если вы хотите что-то сказать, говорите это мне, я здесь и сейчас. Well, final cup, when we get the final cup, I will say you what I think. Когда будет финал кубка, тогда я вам скажу вам об этом. То, что он думает. В прошлом сезоне под вашим руководством, когда вы были главным тренером Шапрона, Шапрон обыграл команду «Динамо» с сильным составом. Сейчас состав Шапрона, игра Шапрона лучше стала или хуже, по вашему мнению? Last season you beat «Динамо» with Шапрон. And how do you think the roster, the team is better, Шапрон, now? No, it's very similar. I think they have Milovanovic injured, but it's similar, the same players. And I create that monster. I create Sopron monster, you know. When I got Sopron, you know, it's a big challenge for me with a lot of young players, with players. Now they are not thinking about playing Final Four or something like this. You know, in 2 years in a row we did great things, so I know how they are working. I know the spirit of this team. I know very good the players. And Wednesday we have to prepare very good. And somebody know these players is me. So this is what I have to do. Те игроки, которые сейчас находятся в Шапроне, ну как тот ростер команды был создан мной, потому что когда я пришел туда, там были только молодые игроки, никто не думал о том, чтобы играть в финале четырех. И я знаю все, как там работают, какие там игроки, и поэтому будем очень хорошо готовиться в среду к этой команде. And now we have to play two new players to replace Tania Bismarck, to replace Astuendu. So we cannot talk about the skills. We don't have players. Now we have players. So let's play. Let's play. Let's win. Let's play and let's win. That's all. This is our job, no? У нас сейчас есть два новых игрока, и мы должны постепенно вводить Таню и Асту уже потихоньку в команду после травм. И у нас есть те игроки, которые у нас есть, и мы готовимся. Глори Джонсон уже готова играть. Увидим ее в среду. Глори Джонсон is ready to play. Yeah, she will play Wednesday. Да, yeah. Она будет играть. We will try to see feel good inside the team in 2 days, but she will play Wednesday. Ну, мы хотим, чтобы она себя почувствовала получше после ее перелета, и нужно немножко чуть времени побольше с командой. I think she can help us, especially in energy, and look today our rebound. There's a big difference, I think, close to 20 rebounds between one team and another team. And I think Glory can help the team in that. Как вы сегодня видели, у нас большая разница подборов, мы проиграли порядка 20 подборов, и мы думаем, что Glory поможет нам на подборе, в частности. Роберто Игис отличился тем, что, будучи главным тренером Шапрона, он два раза провел в Венгрии финал четырех Евролиги. Если Динамо выйдет снова в финал четырех, есть ли шанс, что будет в Курске финал четырех? When you were the Sopron coach, you had two finals in Sopron. If we are going to final four with the Динамо, how do you think? Will we have final here or not? In Курск. Will we play final here? Final I don't know. You have to ask the manager, not the coach. Нет, не тренера спрашивайте об этом. Спрашивайте. You know, the second season when I was coaching Sopron, I say my club, I don't want you organize the final four because we did the first time, and I think for the team it's better go away, leave the experience in other side.
But finally, this is a business. This is only the opinion of the coach, basketball. Nothing more. Ну, когда проходил второй финал, я сказал, что я бы не хотел бы, чтобы он проходил в Шепроне, потому что, ну, это было очень тяжело для команды 2 года подряд играть финал в Шепроне. Ну, нужно было поменять что-то. Вот. Ну, как вы должны понимать, это бизнес, поэтому... If we want to play Final Four, we have to start winning games, you know, so this is my focus now, like a coach. I have to think about basketball, playing better my team and prepare very good every game. Для того, чтобы играть в финале 4, нужно выигрывать, поэтому сейчас моя голова забита тем, чтобы выигрывать. I hope we have to take decisions. If we organize here, we go away. This is a good point. I hope we can. We have this choice. Я надеюсь, что у нас будет такой шанс, то есть появится шанс, чтобы Курск играл дома в финале 4. Коллеги, thank you very much. Thank you. Спасибо.